Приветствую, это канал Максимадзе, и это снова выпуск на рубрику по модам на кадоседы, которые присылаете вы, подписчики, ну или если кто-то просто зашел в гости на канал, то может быть кто-то из вас тоже. Короче, тут среди модов обнаружился мод, где поочередно на уровнях были развешаны российские и украинские флаги, и там в подсказках было написано за Россию. Также во втором сезоне, я помню, там было написано за Украину. Какой-то странный мод. Человек, который делал, он непонятно за какую страну он вообще. Короче, ребята, сейчас вот такая вот тема сейчас очень нелюборазговорчивая, так сказать. Недоброжелательная для разговоров, так сказать. Война России с Украиной. Так, вот таких модов не присылайте. Такие моды я не сниму. Потому что это сейчас все экстремизм. Плохо это все. Не присылайте таких модов. Ладно, первый мод, который называется... Этот называется Talking Tom Friends какой-то. Хотя файл назывался Neighbors from Hell Bad Beta какая-то. Так, не будем читать. Зачем матерные слова? Тут это, конечно, плохо. Матерные слова старайтесь в модах не делать. Какой еще нафиг обед? Не присылайте моды, которые имеют какой-то... В которых есть отсылки на... В которых есть... Крупные откровенные отсылки на войну России с Украиной. Не надо, не присылайте таких модов. Так, вот текст вроде как вот этот изменен. Другие тут уже. Но так изменений на уровне нет совершенно на этом. Так, ну здесь тоже ничего не. Ну и с том. Так. Так, опять фон с заготовки. Взят из файлов оригинальной игры. Персонажи из того взят, я тут вижу. Вот, ну давайте пройдем эти два уровня, почему бы нет. О, там компьютер, там даже что-то разглядеть можно, я там вижу. А я... Ну, может быть, вот здесь, возможно, вот это Майнкрафт, возможно, вот это... Может быть, это значок, когда достать квартиру. Не знаю. Этот значок, это типа без ярлыка. Я так понимаю, это... С Android TV. Может быть, тут браузер значок. Тут значок. Может, галерея, может, что-нибудь еще. Вот это, наверное, YouTube. Или вот это YouTube. Непонятно. Не очень понятно, если честно. Ну и пофиг. От всего, что проходит, все рисуется здесь.
Все рисуется. Так, у телеэкрана дальше у нас идет последний, собственно говоря, уровень. А, тут вообще изменения. Ладно, давайте сразу к следующему моду перейдем. Только сначала этому сцену немножко поставим. Мод получился хреновенький, на самом деле. Какой-то он такой странноватый. Видимо, это просто реклама Talking Tom Friends. Ладно, переходим к следующему моду. Погнали дальше. Так, следующий мод называется КДС Соседа Ремейк какой-то там. Авторы мода. Ислуям Фанфер. Фанафер. Какой сложно прочитаемый ник. Но давайте посмотрим, как управлять Вуди, во-первых. А то тут очевидно, что тут это все было. Но посмотрим. Тут мы, глядя, просто посмотрим на обучающие уровни, а эти, может быть, уже пройдем. Да, тут чисто поменяли эти локации. Фоны. Даже не локации, а фоны. Ну и здесь так же. Ладно, давайте к первому сезону сразу пойдем. Там описание было, я что-то не прочитал, нифига. Старый извращенец. Ну, названия изменены, а эти нет. Ну давайте пройдем три уровня, чтобы открыть второй сезон и узнать, как выглядит он. Пройдем три простеньких каких-нибудь уровня из первого сезона. Как мы по традиции часто делаем. А остальные уровни просто так глазком посмотрим. Чтобы время не тратить. Это что, фольга? Сетка столько лентяй, что не выкинул фольгу из-под шоколадки в мусорку. Ах он негодяй. Я так понимаю, это в микроволновку надо засунуть. Курсоры изменены. Взяты эти картинки фон из консольной версии, фон. Но ну тут все же постарались, сделали так, чтобы они прям четко совпадали с местами, где должны быть двери. И везде четко, конечно, вот здесь немножко ковер туда уходит. Ну а так неплохо, неплохо. Сам мод, конечно, не особо впечатляет. Недоделки тоже остаются. Что-то мне тут пишут, Через два дня в России отключат MTV и Nickelodeon каналы. Да, фигово, фигово. Фиговенько. Вот, видите, еще и новости я вам рассказал. Мне в ВК сейчас прислали. Лентяй, лентяй. Давайте начинать. 20 апреля, то есть отключат. Офигенно просто. Ну, в принципе-то,
Какая проблема? Можно в интернете загуглить, посмотреть. А если что, можно VPN найти. Кстати, мне Леха порекомендовал очень хороший VPN для смартфонов. Называется 1.1.1.1. Он, его в Google Play скачать можно. Я пробовал, он бесплатный. И работает хорошо. Вот я в Facebook заходил, в Instagram заходил. О, даже про это окно не забыл. Могу, кстати, ответить на вопрос на один. Дать такой кратенький ответ на вопрос, почему вообще вот Инстаграм у нас заблокировали, Фейсбук, там Твиттер, Ютуб тоже вроде как хотели бы. Потому что, вот например, потому что куча экстремизм против России сейчас. Например, в Инстаграме есть группа, которая занимается продажей одежды, на которых, извините, на которых это самое, например, продаются футболки, где картина, где военный в одной руке держит нож, во второй руке голову, и внизу надпись kill the Russians, то есть убивать русских. Кавафики, конечно. Ну ладно, давайте особо про это разговаривать не будем. Все, конечно, плохо, реально. Группа, кстати, украинская. За 400 гривен, по-моему, продают. Ну, кругом фейков там полно всяких делают. Противороссийских тоже. Вот поэтому-то и заблокировали. Чтобы наши граждане не видели этого всего. Не подвергались унижениям, так сказать. Впрочем-то, я видел лица очень сильно расстроенных девушек, он в большинстве, которые были офигеть как расстроены тем, что у них заблокировали Инстаграм. Они там плакали, потому что много зарабатывали, а теперь не получается. Ух! Я аж забыл убежать. Заговорился что-то. Ладно, давайте не будем сейчас об этом много говорить. Я вообще на этой неделе планирую стрим провести. Вообще я хотел бы там Марио поиграть. New Super Mario Bros. DS там какой-нибудь. Супер пирог. Так. Об этом немного побольше там поговорим. Не будем говорить о том, кто за, кто против. Просто о фактах можно поговорить. О том, что происходит сейчас. Так, отлично, здесь все сделали. Теперь ждем, когда сосед пойдет туда. Так, ну да, из консоли версии, там же тоже там такое же пиво было. И туалетная бумага, он там лежит. Hurry up!
А, я что-то опять заслоу покел. И это, забыл, что надо бежать, пакости здесь делать. О, окошко новое, нифига себе. Неплохо сделано так. Ну а вот эти вот края, вот эти коричневые, это можно считать, что сосед просто вставил окошко, еще вот эти не до конца тут доделал. Можно так представить. Так что тут за минус я не посчитаю. Теперь вот эти уровни просто посмотрим. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Прям так по-русски написано. Ого, шкафчик выдумал. Ого, у соседа тут столько еды. Только стол как-то какой-то слишком... Дверь как... Может, стол так... Ну ладно, смотрим дальше. Футбол и ноты. Аптечка здесь лежит. А, тут уже не совпадают три предмета. Ванна. Я так и думал, ночной будет уровень, лестница тут почему-то стоит. Искусство требует жертв. Солнечное утро, маленькая хрюшка, барбекю. Дайте угадаю. Там вообще ничего не изменило. Ну точно. А я и говорю, да, ничего не изменило. А барбекю... Может, хоть там что-то изменено, название, по крайней мере, изменено. Нет! А, нет, изменено. Ключ вставлен уже в аптечку. Тут тоже ключ от свиньи лежит. Ну, а вот на этих, я так понимаю, ничего не изменено. Изменены те уровни, в которых поменялись названия. А остальные нет. Ну, я так и думал. Ну что ж, давайте оценивать этот мод. Мод получился на плюс-минус. Какие-то старания, конечно, видны. Но до плюса мод очень сильно не дотягивает. Ну ладно, на сегодня все. С вас, Игорь, подписывайся с меня. Эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримовский канал, вступайте в группу ВКонтакте. Ну и на Яндекс.Зен тоже подписывайтесь на всякий случай. И всем пока.